Хей, йога, с вами Жмаки, мы продолжаем проходить игру под названием Bloodstained. И пока, короче, шел, я нашел здесь это место. Ну, это когда обратно, вот как сейчас. Вы видите, я шел, да? Это место, а вот здесь. Нет, ТП. Здесь я это место пробежал уже. Вот здесь. Вот он я, вот он, все. И тут еще есть наверх подъем. То есть мы пока в эту сторону пойдем, мы сейчас ходим с вами... Сундучок железа. И я получил новый кристалл на осколок. Вот, ползучий вихрь создает ударную волну, которая идет по земле и рвет врагов на куски. Это способность гарпи, вот те, что типа пуляют по земле урон. Призыв призрака. Ну, это мы уже с вами получали. И я забываю про архивы. А, демоны. Так, смерть, призрак. Призрак замедляет всех. А так было. Метропырь, рыцарь мясоруб, выше вращающийся демон, цабнак, крепкий подобный льву, демон-воин, был. Жаба, дикая амфибия, обожающая человеческую плоть. Барбатос, грозный лучник, так это было. Летучая тварь, похожая на свинью, так это было. Мокка это было. Так, а теперь нам нужно по боссам. Дзингетсу. Убийца-демон с Дальнего Востока. Перестёк океан. Так, ведомый местью. И випря. Что-то випря мне не показывает. Так, давайте наверх слазим, потом дальше пойдем по прямой. Вот, из этой птички мне выпало... Что вы видели? Книженцы. 1000 цветов обрушите на врагов неслыханное количество пылящих ударов. Жало, рапира, козилка. Так, здесь ничего. А наверху сундучок. То есть, а как мы тогда, получается, этот сундук уже лутали? Окей. Да, по ХП у меня не будет, да. Клык. Не хочу. О, левел ап. Левел ап. Монетки. Много разных монет, но я не знаю, что они дают. Типа, какая монета, кто отвечает. Я в этом плане. Походу, мне нужна способность какая-то, чтобы попасть наверх. Так, да, это оно. Сейчас мы спустимся вниз. Сейчас мы опустим, либо поднимем мост. Ага, поднимем. Так, там у нас... А, подождите, я тут не пройду. Да. Там же у нас этот был, я вспомнил. Ладно, что по карте. Ну, давайте тогда я уже обратно дойду. Заюзаем телепорт. Или нет, подождите. Я что-то начинаю путать. Локация. Вот это что у нас за место? Вот это, походу, у нас с сундуком было, да? Или же я там не смог пройти это здесь? Как выйти? Т. Нужно, чтобы на М было. Может, сразу давайте я настрою. Настройки. Так, Т. М. Опять, да. Все. Сейчас... Если я говорю, не ошибаюсь... Да, кажется, здесь. Или же нет. Я не помню. Да, я тут не был, все. Я тогда пришел, здесь были какие-то затопленные пещеры, потом я подумал, нафиг это надо.
сколько у тебя хп. Ваиша, бросайте во врага острые осколки льда. Не так-то просто, да, здесь? Их там. Ясно. А я думал, я может там куда-то смогу пройти. Оказывается, нет. Ничего подобного. По стенам что у нас здесь? Здесь ничего. Не страшно. Ой, тупые комары, как вы меня бесите. Так, 5 минут уже все равно просрано. 6. Уточню. Там же плюс... Вот, вы здесь подъем. Долго, блин, бежать. Пока что можно... А, блядь, там же еще дальше бежать, там через город. Не забывай про это. А, будем просто дальше бежать. Во! Я думаю, что я тут не мог пройти. Нужно было просто сокращение пути открыть. Давайте тогда, я не знаю. Сейчас заберемся. Телепорт. Можно сбегать посмотреть за рис. Точно. Я хочу посмотреть, сколько мне нужно примерно ожидать времени, чтобы он расцвел. О, он уже вырос. Совсем скоро будет урожай. Посмотрите, он все-таки вырос. Может, он типа в реальном времени растет? Как вариант, слушайте. Еще осколок. Бросок кости. По идее, если я не ошибаюсь, бросок кости, типа, если у нас 9 осколков, я могу получить навык, да? Так, там мы облутали. Там мы зачили. Так, это сейчас птина должна быть, да? Уже по 60 наш птинка бьет. Хорошо. Мне нужна его способность. Этого мужика. С палкой связано. А че я не фул хп пошел? Исправились, сейчас исправимся. Стоять. Справляемся. Ага, вот мне таких нужно лучников убить. Еще где-то я плюс 10 получил. О. Плюс осколочек. Истинная стрела. Выпустите стрелу в выбранное направление. Не хочу там. Так, мне нужно эти. Так, здесь и была битва. Наверху, что у нас наверху? Там у нас камень стоит. У нас стоит камень, поэтому я иду прямо сюда. Призрак не успеет за мной. Ой. Хорошо. А, осколки просто падают и бежат. Это нормально. Так, все, мы пришли. Мы все проверили, проверили, узнали, где что да как. Ой, так, лев на конских ботиночках. Че вот это за херь? Давайте поехали. Архивы, демоны. Так. Я получается еще вот это все пропустил. Ладно. Парикмахер-убийца. Так, парикмахер-убийца, ставший демоном.
ищет милых женщин, чтобы их покромсать. А рыбка? Парнис Порнеус. Демон-рыба, переживший древние времена. Вы понимаете, что получается, вот это демоны, это которые я упустил. А где-то место было. Чё, упустил этот момент. Критический взмах. Бросайте на врага с одного так, могучего удара. Шипастый хлыст, змеёк, верблюд. Бля, его слышно не станет. Демоны, картины. Так, вот эта стена, мне кажется, не настоящая. Не настоящая. Пипец, так это жестко, слушайте. Чё, отдаёте? Алгест. Белый кристалл. Осколок навыка. Постоянный эффект, достигающий при получении осколков. Можно включить и выключить. Меню настроек. Не потребляет ОМ. Горячая клавиша. Меню горячая клавиша. Можно вызвать, нажав Tab. Снаряжение. Инвентарь. А чё так сильно? Ого. А если что, это как-то очень жестко. Это острая бритва. Это я говорю сейчас серьезно. Чё так жестко? Архивы. Демоны. Полтергейст. Оживший портрет ищет новый жуткий сюжет. Буэр. Подобный льву демон с пятью ногами. Сыроед. Демон с следящим смертельным криком. А-а-а. 100%. Это сопротивляемость, типа? Или чё? Вот, зона появления. Вход, сад тишины, собор деда Хемта. 200. Ни хрена хп у неё. Да. Пиздос. Я не знаю, что дальше, поэтому я хочу просто пройти. Ну, он типа разгоняется со временем, либо от стенки. Его нельзя встречать около стенки лучше. Какао. А призыв Буэра.
почему он сверкает. Ясно, непонятно. Опа. Это, походу, я как-то туда могу и попасть. Какие-то призрачные платформы, непонятно. Ладно. А если вам шотнет? Архив демон. Форнес. Полтергейст. Ниябон. Так. Возвращение из мира мертвых, кошка, которая пропала в замке, а теперь так, озлобилась на весь мир. Если я типа далеко тут сейчас пройду. А окошко всегда будет. Оп. Фу, тихо. Больше нетку. Мне нужно вернуться теперь осторожно, чтобы не попасть на того демона, который нас встречал. Да-да-да, хер тебе. Их тебе. Сейчас нужно очень быстро все делать. Она не одноразовая, все ясно, отекаем. Ох, ты ж ё-моё. Так, повести. Ну нет. Вот это жестко. Что делать будем? Т. А, точно, М. Ди-да-ди-ди. Там я пройти не могу, получается. Там демон, я там могу пройти. Давайте пойдем в левую сторону. Как вернуться, боже. Типа, он все равно атакует меня. Пассивный. Мастерство кинжала. Повышает урон от кинжала и рапир. Не хочу драться, я просто пробегу эти моменты. И всех призраков включаем. Архивы демоны. Буэр. Ордер. Ордок. Огненная адская кукла гончая из гниющих плоти. Ну блин, видите, я типа не могу их стопить какое-то время. Походу это переход между локациями. Логично, что я могу вниз упасть и потом на тут там не сблизить. Так, максимум хп. Что значит грешек? Подожди. Тап. Это... Для чего у меня вообще место? Для активок? Не понял. Наряжение, оружие. Ты чем ходишь? Ты сейчас с ручками будешь драться?
Так, там наверху ничего, ну, нам только вниз. Круто, классно. Это сейчас зайдем, понятно. Я где-то здесь. А вот он я вообще. Замечательно. Так. Стройки. Ты можешь сделать временное сохранение. Там. В чем херня? Я упал, вы понимаете, сколько это времени мне нужно будет потратить, чтобы опять забраться туда? То есть это очень много я потратил. А мне туда все равно сейчас бежать придется. Вот она как. Окей, сойдет. Тупой призрак бесит. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Я сейчас просто туда вернусь, заберу максимум хп и кристалл. Кристалл, походу, серьезно, чисто для быстрого этого. Все. Ну это плохо вышло на самом деле, когда я упал. А, нужно еще смотреть, потому что эти могут быть все наверху, секретные проходы. Вон, опять эта херня стоит, которую я не понимаю, как избавиться от нее. Так, сейчас собака будет. Блин, мне бы... Не, все равно они по хп мне много проносят. Как бы не было. Так, сейчас быстро пробегаем. Какие у нас там еще были враги до этого? Ой, блин. Найс, ладно. Спасибо за проклятие. Животное. Животное. Кытя. Кытя, кытя, кытя. Левел. О, кристалл. Так, Рига Сторема. Наколдуйте столб пламени. Инвентарь. Ё-моё. Ну давайте, я не знаю, что делать. Ладно, пронесло. Давайте наверх. А, так уж быть, инвентарь. Ну это просто минус тысячу с чем-то моих денег тех. Маска для танца. Что-то тогда. А,
это украшение, маска для танцев. У меня вот это стоит. Каменная маска, которую вождь племени использовал при жертвоприношении. Давайте, наверное, вместо ржавого кольца поставлю вот эту маску. Жалко, что нету кольца, которое потихоньку восстанавливает тебе ХП. Емкость. Что мы теперь делаем? Понятно, что я попал в засаду очень большую. Так, дата. Гильдия бросила еще один Так, покровители. Сегодняшний мир видит в нашем работе бесцельный и бесплотный мистицизм. И хотя мои начальные пытаются напугать аристократов, говоря, что их неверие в нематериальный аспект бытия приведет к так, нам демонов. Я сомневаюсь, что это так-то так предотвратит угасение гильдии. Мое начальство начало действовать активнее. Они направили послание, требуя от меня сосредоточиться на исследовании по призыву демонов. Мой кристалл кажется им пустой тратой времени. А это новая задача, что когда такой Либергейтен и гильдия уже многие десятки лет, если они думают, что я вот так запросто выжму из него демона, они прискорбно образом ошибаются. Принскрип. Давайте тогда сюда. Демон! Постой, я хороший парикмахер-убийца. Все мясники и головорезы так говорят. Я не головорез, ни разу никого не порезал. Ну, порезал пару раз, но это все из-за ножниц. Это их проклятие. Сделало меня демоном. Тогда почему их не отбросить? Не отбросить? Да еще как можно, думаешь, я хотел бы так быть проклятым. Меня зовут Тодд. Мое проклятие спадет только если я сделаю 600 разных причесок. Тогда почему бы тебе не придумать так, на ходу пару прядей, срезать вон и вон, прическа. Так, за необрежную работу полагается штраф, и если я плохо сгорю клиента, ножницы его убивают. Проклятие глупое, но страшное. Да, это точно. Поможешь мне найти информацию о прическах, а я бесплатно тебя подстрижу. Приложение слишком заманчиво. В смысле... Не тебе заканчивать, а волосы, и вообще, ты бесконечно, судя по твоему виду, это тебе не... Так, на сотню кусочков можно порезать. И правда могу. Ладно, парка. Давай, архивы. Справочник. Мириан. Йоханс Доминика. Зангетсу. Альфред Гремори. Бал. Самый могучий из 72 демонов Соломона, король орды демонов. Бал, это он? Самый могучий, замечу. Энуэл, девочка, чьи родители? Гарри. Бенсон выжил при атаке на Арвантеле. Демоны разрушили его поляну. Он надеется, что когда-нибудь засадит их заново. Так, мужчина, так, случайно укравшийся в демонические замки во время атаки на Ирватель. Теперь он окружен и слишком напуган, чтобы стоять на... Не говоря уже о попытке найти выход. Дьюзи. Выжила при атаке на Арентек, самая старая... Так, старая женщина деревни. Сьюзи и так не здоровится, а недавние события совсем подкосили ее при... Так, психическое состояние, 78 лет. Линси вышла при атаке Аванаса, сумела отправиться от демонов, но видела, как ее семью и друзей убивая, и начинать могла помощь безгранично ненавидеть демонов. И тот мужчина, превращающийся в демона парой проклятых ножниц. При этом тот сохранил контроль над собой и не состоит атаковать Мириан, как другие парикмахеры-убийцы. Чтобы снять проклятие, он должен сделать 666 разных причесок. А, да, это дробящий урон. Итак, мы немножечко сменим... Опа, стопэ.
давайте. Красные. Не, давайте черные волосы. Сейчас кабац, у меня минус хп. Тебе как очень идет. Давайте теперь сниму маску. А, точно. Теперь она выглядит довольно нравственно. Ладно. Я чуть не думал, что это у меня на лицо. Типа, почему это тогда не шлем? А могу я, подождите. А, плевать. Мне где-то бы хп восстановить. Ох, как же мне пронесло. Как же меня пронесло. Это очень мне поможет. Это очень сильно мне поможет. Поверьте. Ну ладно, я понимаю, что отсюда, но... Хотя бы мне будет фулл хп. Хотя бы будет фулл хп. И давайте, наверное, я даже думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.